Китае, нет. Кого? Где они не жалеют. Китайцев? Да. В Китае китайцев? Не, ну, добывал бы там еще что-нибудь, там, не знаю, там. А, не знаю. Тебе бы тоже было пофигу. Тем более ты денег заплатил, те, которые на воспроизводство леса деньги идти, ты их в виде взяток уже заплатил, понимаешь? Mm-hmm. Ты-то раздал деньги. Вывести тоже надо, там есть определенная стоимость леса, добычи и рентабельности. Но они там много вырубили, да, в Сибири? Да просто там, блин, ну, катастрофа реально. Да? Климат из-за этого меняется. Китайцев уже много, да, да. Им да, тетрадки нужны. Сколько бы не было, когда леса безграничное дают, блин, что не пилить. Ну, да, вообще такой что, бардак, блин. Да, что те денежки, которые нужно было потратить на маленькие сосенки посадить, они уже потрачены. Им вообще абсолютно пофигу, блин, дальнейшая судьба этого леса. А ты вообще на выборах голосовал за кого-нибудь? За Жириновского все время. Серьезно? Ну, надо ж кого-то слить. Да. Чувак прикольный, блин, вот и пускай веселит народ. Причем, как положено шутам, блин, при дворе, блин, можно говорить все. Ну, и человек, в принципе, всю правду говорит. Да не, он там брешет много. Блин. Ну, как и брешет, вот эмоционально, но его все слова или сбылись, или так и есть, ну. Такую ерунду несет прям иногда. Какую? Вообще. Вот ты скажи. Да какую? Не знаю, но много. Вот я просто слушал много. Вот просто. Не, есть у него стёб, просто стёб. Когда просто стебается, блин. А когда он что-то говорит о какой-то ситуации, о стране, он правильно говорит. О том, что мы повернемся к Азии, к Китаю лицом и будем с ними дружить, и это наша перспектива, забудьте про Запад. Ты смотрел дебаты последние? Ну, вот подожди, дебаты это он говорил еще в 92-м или 91-м году, Жириновский. Mm-hmm. Да. Он тогда уже говорил, что будет. Он говорит, Запад нам ничего не поможет, бросьте, говорит. Не надо, говорит, себя успокаивать, что мы теперь тут европейцы или еще что-то. Это было это в 90-х годах, в начале. Да. Наше будущее, говорит, в Азии. А, ха-ха, тихи. Колесо. Да. От жары, вооруженные жары. Вот. За Сирию то же самое говорил. Все сбылось. Да много чего. А то, что он стебается, ну это у него роль такая. А ты смотрел дебаты, как они там, Собчак? Ай, блин, это что? За проститутку смотреть. Ну, а что, не хотел бы слить на нее голос? Да на нее слито все, что можно, блин, понимаешь? В свое время просто этот ленивый не были с ней, понимаешь? Ну? Я за Грудинина голосовал. Ну, Грудинин тоже нормально, блин. Мне кажется, если был у кого шанс, только у него больше всего. Ну кто бы ему дал? Ну понятно. Мне я посмотрел это школу, как у него в совхозе Ленинова сделал. Ну у него вообще и школа, и все там путем. Да, как в Скандинавии прям такая. Да. Прям. Там москвичи, в общем, между собой, там кто в этих районах живут, в соседних, бабки дают, чтобы в школу ребенка отправить к нему. Душат же, видишь. Человека. Да, да. Землю отбирают там всякие. Да, сейчас рыдерства. Они. Да, начали его там. Вот. Ну, ты смотри, человек занимается, да, что никто не видит в правительстве, чем он занимается. Все видят прекрасно, блин. Да. Просто, знаешь, это как из того разряда. А что, самый умный, что ли? Угу. Ну и все. Да не, у нас там вообще, блин, такой бардак. Мы поехали, получается, через Белград и вот попали в самое... Вот, Румыния, да? Ро. Б.
баранов разводит. Земледелец румынский. Может себе позволить дохнуть, как она это, ну, трешка или... Что? Сопли, да ладно, хватит. Сладкий, потому что... Найти можно всегда причину. Мы же медленно едем вообще. У меня была Mitsubishi Lancer машина. 3 года на ней ездил. И как-то мы снимали социальную рекламу про детей-инвалидов. И, в общем, там одну актрису подвозила, она вот села ко мне вот на первое сиденье. И у нее, я ехал вроде, ну, не совсем уж прям так и быстро. И начала ее, она тоже укачивать, такая, ну, останови. Я останавливаю, и она прям немножечко не узнула. Она вышла, ну, то есть, ну и попала еще в машине. Этот запах, ты не представляешь, наверное, еще я в химчистку, и, в общем, это месяц, наверное, еще не мог вывезти. Ну, да, кислота. А? Кислота. Это ужас был. Дипепл приезжает. Дипепл? В Белград, да? Ну, у них, наверное, европейский тур по этому. Старт Арена. Старк или Старк Арена. 10 ноября Лара Фабиан. 6 декабря. Угу.